Друзья, здравствуйте. Рады приветствовать вас на территории электротеатра. Спасибо большое, что все пришли. Очень приятно и неожиданно видеть в таком количестве зрителей, ожидающих нашего перформанса. Да, собственно, перформанс – это да, результат месячной, да, месячной лаборатории, которая трех, ну, почти. Да, три недели, у нас не было много времени, потому что у ребят было много разных работ, над которыми они работали, и у них была возможность концентрироваться на каких-то вещах достаточно непродолжительное время. Но в общей сложности, да, это было три недели. И задача перед нами, то есть не перед нами, а задача, которую мы попробовали поставить перед, как назвать, нашими... Участниками. Участниками. Дело в том, что помимо 15 хореографов, танцоров, которые, собственно, принимают участие в СОТИ, мы ввели таких агентов внутрь, как вирус, четырех композиторов. Это студенты Московской консерватории. Даша Звездина, Даниил Кильчин, Алексей Зайцев. И, спасибо. И Олег Крохолев. И суть была в том, что не в том, чтобы композиторы писали музыку к перформансам, а в том, чтобы танцоры научились воспринимать время, работу со временем, работу со звуком через свое тело, да, в том режиме, в котором работают со звуком и со временем композиторы. То есть мы старались передать танцорам принципы взаимодействия. Вот так? Нет, это так стереоэффект будет. Меня слышно? Слышно должно быть. Принципы взаимодействия с материалом композиторские. В свою очередь, сами композиторы принимали участие во многих, в некоторых перформансах, да, хореографических, и воспринимали, соответственно, звук, рождение звука и его жизнь через собственное тело, что для нас тоже очень интересно и ново. Вот сегодня мы услышим, увидим... Боюсь, что, но это отдельно скажем, что не все увидим. Результат вот этого, вот, в общем-то, долгого воркшопа, который проходил, который мы постарались объединить в более-менее логичное действие, которое начинается здесь. Вот здесь будет первая часть перформанса. Потом мы все потихонечку по нашему знаку, указанию, перетечем в гардероб. В гардеробе будет вторая часть, перформанса. И вот там перформансов, да. И вот там как раз да, мы сразу поняли, что должны вас предупредить, что боюсь, что в гардероб все просто не уместятся. И, нам очень жаль, вот мы нужно сейчас как-то думаем, смириться с той ситуацией, что, видимо, не все увидят все. Да, может быть, может быть, имеет смысл как-то, постояв в одном месте, потихонечку перетечь в другое место, дать другим возможность посмотреть, послушать и так далее. Такую ротацию небольшую, но тихую ротацию устроить внутри. Тоже будем считать, что вы все участники такого хореографического действия, перетекания в гардеробе, с минимальным изданием звука. Потом мы переместимся по главной лестнице в ту часть фойе, там уже всем хватит места, и заключительная часть перформанса, перформансов, пройдет уже с возможностью, чтобы все, кто дожил, уже воспринимали полноценно, сидя на стульях. Так, Дина. Да, я просто хотела напомнить всем по возможности, а лучше прямо это сделать сейчас, убрать звонки с мобильных телефонов, да, соответственно, потому что мы очень много работали с тишиной, со звуком и, соответственно, с тишиной. Да, и... я вот как это у нас называлось, предварительный показ, да? Я пошутил, что результатом скрещивания хореографов и композиторов явилось действие, в котором не поют и не танцуют. Такая вот диалектика. Да. Выключите, пожалуйста, да, потому что ни один из перформансов не предполагает звучание и вибрации мобильных телефонов. И также вот очень интересно обратить ваше будет внимание на то, что
так как мы уже объявили вот об этом ощущении общего тела зрителя, да, которое у нас сегодня такое большое, такое раскатистое по пространству, оно будет как-то перемещаться, чтобы тоже вы как-то обращали внимание на то, что, и даже попросить вас, может быть, не разговаривать по возможности во время, да, перформансов, как-то максимально стараться держать свое тело, то есть думать о теле без шума, о собственном теле без шума, без лишнего шума. Это, я понимаю, это очень такая метафорическая концепция, да, которая может в себя включать очень много вещей, но предлагаю вам об этом просто вот подумать, понаблюдать во время перформанса. Да, вот поэтому... Да, да, вот и просьба, я так скажу, не щелкать камерами. Очень да. большая. Очень большая просьба. Просьба. Пожалуйста. Собственно, у нас вот перед этим был показ открытый, на котором было сделано очень много фотографий, они все появятся в сети, они сделаны в очень комфортных для фотографов условиях, так что давайте решим там максимум, который позволим себе, это беззвучные айфоны. Да. Samsung не принимается. А лучше, конечно, посредством опыта, так сказать, общаться с перформансом, да, личного опыта на уровне тела. Я думаю, у вас гораздо больше информации так осядет. Что еще важно сказать? Важно начать. Ну, это понятно, да. Мне кажется, мы что-то забыли еще, нет? То есть последнее, да, что вот этот вечер, он состоит из работ всех наших участников, да? Их несколько вы можете посмотреть. В принципе, мы постарались их выписать как-то в последовательности, в той последовательности, в которой они будут происходить, поэтому, чтобы у вас был какой-то референс, да, на бумажке. В общем, собственно, наверное, все, да? Ну, да. А, первый у нас кто? Первый у нас Алексей Кирсанов. И первый у нас может, начнется... Да, кстати, может, микрофон, да? Ты хочешь микрофон или нет? Просто вот можешь поговорить тебе, и мы спросим, слышит тебя или нет. Слышно меня? Да. Всем слышно? Сказали первые ряды. Да, да. А последние тебе? Для начала я попрошу своего ассистента Валентина, пожалуйста, раздайте конфеты. Кто хочет конфеты, угощайтесь. Всем очень хватит, понимаете? Стюардесса, куда проходить, нравится. Это немножко связано с... Не ешьте конфеты, не разворачивайте их. Я хочу вас поприветствовать. Меня зовут Алексей Кирсанов, и у меня есть партитура. Замечательно, что у некоторых из вас есть конфеты, потому что моя партитура очень в тему. Она называется «Симфония в четырех частях для одного сверхчеловека и одной конфеты». И поучаствовать в ней могут те, у кого есть конфета. Прошу, ну, выходите ко мне в зал. Ого. Нет, оставьте все личные вещи лучше. Мы будем играть музыку, танцевать. Нет, не обязательно. Это предусмотрено. Итак, симфония в четырех частях для одного сверхчеловека и одной конфеты.
Действие совершается в земных условиях согласно общей теории относительности, а также параллельных вселенных согласно интерпретации Веретта. В симфонии может участвовать неограниченное количество человек, стоящих в линии и смотрящих в одну сторону. Ну, в линию, может быть, несколько линий и на все-таки на расстоянии как-то несколько линий. Больше расстояния. И назад, максимально назад, насколько это возможно. Вы останетесь немножечко. Да. Вот давайте, вы здесь будете, а вы здесь. Здорово. Солистом является разум, ведущий наблюдение из тела ему принадлежащего. Каждый человек является солистом в его собственной вселенной. Разум, не имеющий тела, также может участвовать и быть солистом, так как это не противоречит партитуре. Допускается использование образа конфеты, не имеющей физического носителя, но передающего информацию о ее качествах. Все действия могут сопровождаться звуками, если это необходимо телу музыканта. Допускается присутствие сопровождающего по партитуре, то есть меня. Часть первая. Положите конфету на полшага от себя. Займите положение стоя. Как? Ничего страшного. Займите положение стоя, взгляд направлен вперед. Когда будете готовы, сделайте полный выдох из легких. И сразу глубокий вдох. Задержите дыхание проглатыванием. Следите за тем, как биение сердца отражается пульсацией тела. Ощутите, как надпочечники выбрасывают порцию адреналина. Это может проявляться в виде прилива энергии и сильного желания двигать телом. Когда сдерживание станет невыносимым, прорвитесь сквозь это состояние при помощи полного выдоха с последующим глубоким вдохом. Вновь задержите дыхание и следите за внутренними процессами, пока не появится позыв к движению. Когда не сможете сдерживаться, освободитесь через полный выдох и снова вдохните. Задержите дыхание. Следите за тем, как меняется частота вашего пульса. И надпочечники снова начинают выбрасывать адреналин для того, чтобы дать вам силы освободиться от причины, не дающей нормально дышать. Когда не сможете сдерживаться, выдохните и начните равномерно дышать. Часть вторая. Можете выдохнуть. Закройте глаза. Примите удобное для вас положение для бега. Можно немного наклониться вперед и согнуть ноги в коленях. Когда будете готовы, мысленно начните бег.
Пространство имеет плотную и густую структуру. Вы преодолеваете его с большим трудом. Выбегаете через стену на улицу, преодолевая тягучее вибрирующее пространство, добегите до Пушкинской площади. Наблюдайте за движениями в физическом теле, которые помогают бегу в параллельном пространстве. Следите за мозговой активностью, которая направляет нервные импульсы в мышцы. Когда окажетесь на площади, понаблюдайте 15 секунд за толпой. Затем быстро увеличьтесь до размера расстояния от площади до театра и одним шагом вернитесь на исходное положение, откуда вы начали. Увеличьтесь в размерах до одной световой минуты в высоту. Одна световая минута – это расстояние, которое проходит луч света за одну минуту. Ощутите себя в новом размере. Почувствуйте инертность своего огромного тела. Сохраняя параметры вашей новой реальности, откройте глаза и посмотрите на конфету. Когда будете готовы, с вытянутой рукой начните нагибаться к ней, учитывая все особенности вашего нового тела. Будьте готовы, что теперь это действие может занять больше минуты. По мере приближения к конфете можно опуститься на колени и продолжать движение к ней до полного приближения глаз к конфете и последующего проникновения внутрь. Здесь можно снова закрыть глаза. Побудьте в конфете некоторое время, ощущая ее свойства. Вы можете выйти из конфеты, когда посчитаете нужным, заняв сидячее положение перед ней. Thank you.
представьте напротив вас по ту сторону от конфеты сидящего человека. Это вы. Скажите привет своему другу, назвав его имя. Возьмите конфету в руки. Разверните, но не вытаскивайте из обертки. Откусите кусочек конфеты. Наблюдайте за тем, как вкус разливается по пространству вашего неба. Почувствуйте разные структуры вкуса. Сладкого, соленого, кислого, горького. Осознайте момент настоящего, единственно возможного прямо сейчас. Наполнитесь любовью и нежностью к самому себе, что бы для вас это ни значило. На пике эмоций, глядя себе в глаза, произнесите: «Я тоже тебя люблю». Не сдерживайте улыбку, если она появится. Заверните конфету и положите напротив себя. Затем встаньте на расстоянии 1 метра от конфеты. Часть третья. Когда будете готовы, займите уже знакомое вам удобное положение. Закройте глаза и мысленно начните бежать. Начните бежать, переместившись в песочно-каменистый ландшафт, освещенный белым солнцем. В этих условиях эфир не вязкий. Вы можете бежать так быстро, как вам этого хочется. Теперь попробуйте бежать очень быстро, чтобы ощутить пульсирующие вибрации от сопротивления потоком частиц, пронизывающих вас насквозь. Попробуйте поэкспериментировать в пространстве с новыми качествами. Кувыркаясь в воздухе, можно устроить паркур по огромным камням. Если перед вами возникает обрыв, смело ныряйте в него, так как гравитация в этом мире подчинена вам. Продолжайте бежать очень быстро, пока не начнете догонять белую плоскую стену, которая движется от вас и закрывает все пространство впереди. За этой стеной находится ваше параллельное настоящее. Когда настигнете ее, сбавьте темп, чтобы оставаться примерно на уровне 1 метра от стены. Сохраняя свойства параллельной вселенной, параллельной реальности, откройте глаза.
Наберитесь решимости и совершите прыжок сквозь гиперстену, одновременно совершая сильный прыжок физическим телом через конфету. Во время прыжка допускаются любые звуки, помогающие действию. Это могут быть резкий выдох или крик. Когда приземлитесь, возможно, вас охватят новые потоки энергии, возможно, появятся мурашки. Не сопротивляйтесь этому. Почувствуйте свой переход в новую реальность. Теперь вы сверхчеловек с новыми возможностями в пространстве, которое подчиняется вашим желаниям. Каждый раз, когда вам потребуется изменение параметров реальности, просто совершите гиперпрыжок из того места, где вы находитесь. Часть четвертая. Если вы все сделали правильно, то конфета окажется позади вас. Развернитесь и сядьте возле конфеты на расстоянии вытянутой руки. Представьте напротив вас, по ту сторону от конфеты, сидящего человека. Это вы. Скажите привет своему другу, назвав его имя. Возьмите конфету в руки. Разверните, но не вытаскивайте из обертки. Откусите кусочек конфеты. Осознайте момент настоящего, единственно возможного прямо сейчас. Глядя в глаза собеседнику, произнесите: «Я люблю тебя». Не сдерживайте улыбку и слезы, если они появятся. Дорогие музыканты, я благодарю вас за исполнение партитуры. Когда посчитаете нужным, вы можете занять места в зале и доесть конфеты. Извините, пожалуйста.
Итак, вечер дня. Было странно, стрёмно. И так вспоминать теперь, что, сколько, заранее не так, мокро, жадно, безрассудно, но безысходно. По щелчку войти в то самое состояние. Болеть. Болеть. Это эффективно, необходимо служить, необходимо слушать. Сажусь, пиздец, починение. Лох, мох, ведь, ска, мока, пред, впред, письмо, момо, мома, Абрамович, личина, еще, красноярский еще. Вид, мир, круг, Василий, крот. Собаконда врет себе, я сину. Где? Маленькие точки, звезда в темноте. Алиса, яркие глаза, белый лист, не удерживай. Ты потрясающе танцуешь. Ванильный пломбир, умирать приятно. Скорость, скорость, ясность. По щелчку войти в то самое состояние. Нравится со всеми раздеваться. Нравится, когда меня раздевают. Мы чертовски травмированы. Сил хватит спасти только своих. Я никогда. Чешется косточка. По позвоночнику комар звенит. Хорошо не курить, вечеринки легче переживаются. Свербит во лбу. Никаких резких движений. Целоваться с любимыми. Шейк, шейк, шейк. Опустошенность и потерянность. Чур меня отчаяние и печаль. Шляпу продаю за томик Сартра. Вермишель, она же вентиляция. Апельсин, сок, кислота, трансформация сквозь кровь. Вот шок, отрок, потрогал, потрогал, грррррр. И цук. Мир, мир, весь крут, прут, брут, самбо, дижаней, г. Рба в раз, бабля, симка, сила, слово. Волосово, Купидоновна, ржач, срач, смерч, верх, крит. Остров полу, полу, пила, полукс, кастр, кастрат, трактат. Слово, сказать, записать, вымучить, выговорить, выблевать. А залеживается, то значит, есть в нем смысл. Спасибо, было важно. Не просто же так. Три помаг, трик, ви, буб, пуп, ви, вязь, резь, камон, веревка, сапожок, шок, локон, лакан, вьетнамский город. Паром, пидор, ржа, пря, зи, мра, ни, вижу, режу, пошлюка, яна, собаку, нахуй, злой, той, той, той. Ванкер, манстер, манстер, брюгер, дан. Зачем я буду говорить? Сколько можно когда дышать нечем? Когда туман прошелся по позвоночнику, ты водка, я кисель. Зачем я жду, когда мысль не приходит? Просковья из-под валь, питерский Алексей, Воснецов паралич, Кузнецов, пит, мыт, брит. Така-така-така-та-трам. Гулница, утварь, ребро, пекло, петро, весна, весна, люба, медуза, картофель. Тошки ковальские перед благой блестящей силы воли. Ведь кредо юг, йог, рана, пруд, пруст, самбо богом, лежаком, в рот, ковбой молодой, питка реаль. Маленькие точки, звезда в темноте.
Иди за дымом в низкие-низкие стенки, не поднимай голову, не думай. Черная и гладкая, звон стекла, звон в голове, качели, угадай, нестись сквозь. Ветер, солнце, очень непредсказуемость, повернуть. Полет, лететь, ветер сквозь, свищет края, линия отрыва, дырако, крыло дрожит, плавай. Апельсин, сок, кислота, трансформация сквозь края, дыры с рваными краями, фракталы. Алиса, яркие глаза, белый лист, не удерживай, ты потрясающе танцуешь. Ванильный пломбир, умирать приятно, скорость, скорость, ясность. Упади, полет, кислота, трансформация, мелочи жизни, зеленый, голубой, лед на языке, я лед, треск на солнце, осколки, уколоться боль железом. Саиф, 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 Саиф,
Цаим эбер рыбир. Цаим рыбир.
Запрещает. Свобода. Запрещает. Свобода. Запрещает. Свобода. Запрещает. Свобода. Thank you.
Сбор хранения используется для сохранения информации о частной жизни лица,
Thank you.
Длинную бабочку.
Действие окончено. Спасибо. Теперь нам нужно 3 человека. Вы можете остаться, если хотите, если вам понравится. 2 еще. Теперь качество действия предлагается оценивать с помощью треугольника, 2 кусков дерева и игрушечных гитар. Также изменяет скорость и силу удара. Начало действия. Спасибо.
Акт третий. Всем зрителям предлагается наблюдать за собственной оценкой происходящего в течение всего действия. Начало действия.